Ну, на самом деле, я думаю, что главное в этом году то, что страна постепенно начинает выходить из кризиса. Два года экономика падала, падали социальные стандарты. Мы оказались в глубочайшем социально-экономическом кризисе. Сейчас мы начинаем выходить, пусть медленно, я даже иногда в шутку говорю, выползаем, а не выходим. Но это уже позитивная тенденция. Не два, а три. Три года. Ничего, не, сейчас 1.5%, в следующем году 3%. Не два, а три года уже. А, ну, включая последний год пребывания бывшей вашей партии при власти. Да, это тоже. И, кстати, проблемы бюджетного процесса, обратите внимание, были и при партии регионов. Да, и то, что сейчас, вот, кстати говоря, сами депутаты, включая оппозиционных депутатов из разных фракций, говорят, что в этот раз правительство своевременно подало бюджет, бюджет более сбалансированный, спасибо, это тоже позитивная тенденция. Поэтому совершенно верно, да, повышение минимальной заработной платы, активизация дорожного строительства. Поэтому я думаю, что пусть небольшие, но позитивные тенденции, тенденции выздоравливания, они есть. И теперь о коалиции. Я бы согласен с Вадимом о том, что да, это оптимальный, идеальный вариант, когда коалиция голосует своими голосами. Но кнуты есть и в британском парламенте. Собирают депутатов, чтобы голосовали. Президент Янукович приезжал в парламент тоже, своих же депутатов из партии регионов мобилизовывает. Ну это к слову. Да, поэтому вот эти все болячки, которые есть в нашем парламенте, они традиционны, к сожалению. От них надо избавляться. Последний вот момент, который хочу прокомментировать, почему ночью. На мой взгляд, это тоже, знаете, такая... Так слушайте, да, ночь... 5 утра, это существенно. Так слушайте, это точно такая же дурная привычка, как вот, допустим, студент, который в последнюю ночь перед экзаменом все пытается быстро выучить и пойти на экзамен. Здесь что-то похоже, но есть и тактика. Вот мое ощущение, это тактика. Ночью работает психологический стимул. Быстрее проголосовать. Усталость депутатов, додавить их таким образом, так больше шансов спать хотят, получить больше результат. Понимают меньше.